Всем привет! Сегодня я расскажу про самый странный трамвайный маршрут мира. Ну, имеется в виду у меня. Сегодня мы посетим станцию под названием Дюнинген. Как вы видите, на станции две платформы. И перейти из вокзала на вот эту платформу можно только через подземный переход, который, к сожалению, закрыт на ремонт. И для этого, чтобы перевозить людей с одной платформы на другую, придуман трамвайный маршрут. Трамвай живет в локомотивном депо. Он заезжает на первый путь станции. Люди в него садятся. Затем трамвай едет сюда. И подъезжает на второй путь. Само собой, что во время ремонта стараются подавать поезда только на первый путь, когда это возможно. Но если поездов слишком много, то бывают и исключения. И во время таких вот исключений трамваю даже приходится заходить в свое депо. Потому что места на станции, как видите, уже нет. Спасибо за просмотр!